Всем добрый день или доброй ночи. Приветствую вас на канале, на своем. Меня зовут Серега. Вот. Продолжаем снимать какие-нибудь интересные вещи про обувь Nike. Вот. Соответственно, привет всем любителям Nike. И сегодня мы продолжим с какой-нибудь интересной модели. Вот. У меня появились подписчики. Это радует. Спасибо большое. Я не думал, что кто-нибудь подпишется на канал. Значит, может быть, чем-то кому-то и нравится. Вот. Но на самом деле я очень рад. Спасибо. Спасибо за лайки ваши. Вот. Это очень приятно на самом деле. Конкретно приятно. Сегодня мы посмотрим на ботинки. Вот. Не стал я брать Air Max какие-нибудь. Думаю, зачем? Потом. Еще все впереди. Вот, поэтому посмотрим сегодня про ботинки. Вот. Называются они Nike Dual Fusion Heel Smith Later. Короче, блин, название такое длинное, что язык сломаешь. Вот. Просто ботинки. Ботинки тупо. С технологией подошвы пеноматериала двойной плотности. Ну, начнем, наверное. Я не знаю, что сидеть тупить. А, привет. Вот и ботиночки. Да. Это очень интересно. Так, вот одни. Вторая. Так, вот, наверное, поставим, я не знаю. Видно будет, не видно. Кому-то, может меня не видно из-за них по высоте, может и меня не видно. Я надеюсь, что меня все видят, как бы. Значит, ну что из себя представляют ботинки? Ну это носить можно, как бы. В принципе, когда угодно. Вот, по поводу зимы, скорее всего, нет, если только с каким-нибудь шерстяным носком, с натуральным шерстяным носком в него залезешь, тогда, может быть, и прокатит. Но, если честно, верх тонковат немного, вот, немного тонковат. Ну, расцветка у нас черно-серая, как бы, заявлено, но что-то как-то не кажется, что черно-серая, она как-то вроде сливается в один цвет, в черный, соответственно. Вот. Состав у нее, ну что у нее с составом? Пишут, что вот здесь на коробке даже написано, что и кожа и натуральная, и синтетическая, вот, и текстиль, все как обычно, резина, вот. Но что-то как-то я не понимаю, что-то как-то... Я не пойму, где здесь натуральная кожа, где искусственная, вот реально не понять, вот так с виду. Но в описании преобладает больше, конечно, кожа натуральная, вот. Но на самом деле вот это, если искусственная, да, тут есть, похоже на замшу, конечно, вот.
Но я думаю, все-таки это не замша, а какой-то все-таки искусственный материал, какой-то хитрый, очень мягкий. Ну, не мягкий, приятный такой, как бархат почти, почти как бархат. Похоже на шлифованную, как она называется, на шлифованную замшу, вот, местами. Но на самом деле это не замша, это искусственный материал. Вот, ну, по крайней мере, нормально. Вот, если бы, конечно, они были полностью в коже, то стоили бы на порядок дороже, это по-любому. Вот. По-любому, что-то здесь все запуталось у нас. Что запуталось, непонятно. Мы вроде их как бы не запутывали, а они сами по себе запутались. Но это, конечно, весело. Самозапутывающие шнурки, о как. Вот, значит, ботинки у нас на каждый день, вот, в принципе, еще раз повторю, по поводу зимы навряд ли, вот, зима сразу, можно сказать, отставить, старший помощник лом отставить, как в мультфильме про капитана Врунгеля, вот, но осень-весна 100%, осень-весна 100%. Но, может быть, ранняя зима, вот когда вот еще как бы дождь выпадает и подмерзает, будет очень хорошо. Вот, ну, начнем как бы дальше, значит, ну, шнурки у них такие круглые, интересные, вот, длинные, я бы сказал, то есть, если их подтянуть, будет удобно и много как бы язычок из текстиля, что позволяет дышать, как говорится, ботинку, текстилевый язык из текстиля, текстилевый из текстиля. Вот, значит, на язычке имеется такая петелька, что шнурки надо убрать, что-то они совсем сами по себе ходят, шнурки. Вот, значит, есть петелька на языке. На языке также бирка фирмы и название модели. Вот, удобно, то есть ты одел, можно подтянуть, как говорится, повыше. Вот, обычно это у многих проблема, особенно у кого высокий подъем. То есть нас язычок сразу задирается вниз. Его потом выковыриваешь оттуда, вот, и не можешь как, никак нормально поставить обратно. Вот, значит, воду они отталкивают хорошо, вот, как бы, но одно но. Воду-то, конечно, они хорошо отталкивают, но все-таки... Если их полностью погрузить, то все-таки они промокнут. Причем начнут промокать прямо вот по язычку. Язычок, конечно, он все-таки даст течь. Вот. Как на дырявом судне. Вот. А так, в принципе, ну, если по болотам не ходить, никто ничего не будет. Как бы. А так в дождь, в слякоть, вот. Ну, такую уже непонятную погоду, их, конечно, можно носить. Ничего им не будет. Вот, значит, на заднике у нас тоже имеется такая петелька, чтобы можно было без ложки обойтись, а просто подтянуть ее кверху. Но, вы знаете, честно скажу, что сколько бы у меня не было кроссовок с этими петельками, вот честно скажу, вот я ими не пользовался вообще ни разу. Вот ни разу, они просто висят как бы для красоты. Ну, висят и висят как бы, как узор, ничего страшного в этом нет. Вот. Значит, что еще? Еще имеется
На боковой части два таких мягких элемента, которые, в принципе, если, ну, да, они, вот эти два мягких элемента, они хорошо закрывают лодыжки. То есть получается, если будет какой-то удар извне, вот, то тогда лодыжки ваши будут жить, поживать и добра наживать. Вот, ничего им не будет, очень мягко, прочно, соответственно, хорошая безопасность для лодыжек. Вот. Это большой плюс на самом деле, потому что лодыжки — больное место. Можно ударить так, что там будет очень болезненно, как бы. По поводу задника. Задник у них мягкий только в верхней части. Только в верхней части у них, значит, идет мягкие такие вставки. Приятные тоже такие, толстенькие. Но, соответственно, уже к самой пятке там материал мягкий заканчивается. И где-то сантиметров 5 идет вплотную к самой коже. Вот. То есть очень плотно прилегает ткань. И вот такие вот дела. Значит, свуши у них два, как обычно, по бокам. Два свуша в виде крыла ангела, как его называют. Вот. Кто-то называет это соплей. Но кому как нравится. Конечно, крыло ангела звучит как-то более как-то, я не знаю, романтично. Ну, а сопли и в Африке сопли. Вот, поэтому такая модель очень даже, я думаю, неплохая. На язычке также держатель большой, такая же петелька для шнурков. Ну, иногда они помогают, эти петли, иногда не помогают. То есть кому как нравится. Допустим, если в петлю на язычке продеть шнурок, то это дает плотности больше. Дает больше плотности, как бы, и нога более затянуто получается. Вот. Если же не продевать в эту петельку, соответственно, обувь просто ослабнет, вот, и будет более тянучая, как говорится, вот в этих вот местах, где мы затягиваем, будет более тянучая и пружинистая. Вот. Значит, по поводу подошвы. Подошва у нас хорошая, значит, подошва у нас системы, значит, пеноматериал, называется Dual Fusion, вот, это у нас, соответственно, двойной плотности пеноматериал, вот, он более упругий, знаете, похож, очень похож на... Очень похож на пеноматериал Lunar Lon. Вот. Он очень похож, но этот немножко... Этот не немножко, этот может быть даже и поплотнее где-то. Вот. То есть его так нажимаешь, он... Ну, он прогибается, как бы проминается, но, блин, он достаточно такой крепенький материал на самом деле. Вот. Я не знаю, как они делают подошву, как-то хитро. Я уже замечал не на одном кроссовке, вот, и в следующих обзорах также будут кроссовки с такой же подобной подошвой, то есть, допустим, у них середина идет мягкая, ну, как мягкая, вот то, что пеноматериал здесь, допустим, двойной, вот, но низ, сам низ, допустим, он идет уже более твердый. Я не знаю, как они это делают. Может быть, специальная какая-то технология хитрая.
Вот, подошва гнется хорошо, очень хорошо гнется. Значит, на подошве хорошие большие протекторы, отличные, огромные, ну как огромные, такие. Это еще не огромные, как бы, но довольно-таки ощутимые, как бы, на взгляд. Они такие, в принципе, массивные. Вот, и что интересно, шнурки опять побежали сами по себе. Что-то они вообще сами по себе ходят. Вот, вы знаете, что самое интересное, у них вот на боковой части, вот с внутренней стороны, идет такие как бы шипы, такие небольшие шипы, плюс идет в носочной и пяточной части, в носочной и пяточной части такие срезы на подошве. Вот если сбоку посмотреть, вот я не знаю, видите ли вы или нет, то они как бы идут елочкой, вот, это для лучшего, для улучшения сцепления, допустим, со льдом, вот, но зимой бы я, наверное, может быть, и не стал их одевать, хотя, не знаю, может быть, и одел бы, конечно, но не знаю, на любителя, по поводу зимы. Вот. Ну, осенью, да, осенью. Вот. То есть цепляемость подошвы очень хорошая. И широкий протектор, значит, на боковой части, они очень устойчивые. Вот. Они очень устойчивые. Хорошее сцепление, соответственно, еще раз повторюсь, у данных ботинок. Вот, отличнейшее сцепление. Вот. Ботиночки практичные. Можно их, соответственно, гонять как угодно. Хватит их, ну я не знаю, может быть, на пару сезонов их точно хватит. Вот, если совсем их там не убивать. Значит, о чем еще забыл сказать? Забыл еще сказать, что имеется, конечно, на боковой части, где шнурки, что в разброс все получилось чуть-чуть, вот, но ничего страшного. Значит, петли для шнурков, вот, по две петли с каждой стороны, вот, они, ну, подтягивают так, интересно, подтягивают нормально как бы. Их можно и приплющить, наверное, ну, силой так надавить, хотя они не гнутся вообще, да, они не гнутся, это на большую силу, чтобы их намертво, как говорится, присобачить. Вот, и что еще интересно, вот шнурки сейчас мы отправим опять погулять, они сами по себе ходят, такие интересные, живые шнурки. Вот, у них еще что интересно, значит, сделаны такие резинки внутри, они идут так плотно как бы подтягивают, то есть они держат язык. На 95-х моделях, на Air Max 95-х моделях точно такая же система, похожие резиночки, они держат язычок, вот, но здесь резинки такие плотные и довольно-таки по размеру длинные, то есть они идут на Air Max 95, они как бы маленькие такие, небольшие, не широкие, а здесь прям широкие, прям реально на весь язычок, по длине на весь язычок идут вот эти резинки. Вот, они дают дополнительную как бы стяжку, вот, и лучше облегают ногу, соответственно, одев и подзавязав их чуть-чуть покрепче. Вот, стелька у них, мы даже вытащим ее, стелька стандартная как бы, ничего особенного в ней нет, обыкновенная стелька.
Значит, сама внутренняя часть тоже хорошо прошита, даже как-то по-двойному, что ли, прошита. Вот. Как-то по-двойному прошита, на носке более мягко как-то. Вот. Но чувствуется все-таки как вот как будто вот резину внутри, как будто резину такую трогаешь непонятную. Вот. Обычно идет ткань, а здесь правда какая-то вот похожа на резину, она прямо скрипит. Может, услышали там скрип? Она прям как вот реально скрипит. Вот. Ну, прошито как бы хорошо, качественно, здорово. Отличные ботинки. Можно, как говорится, носить. Летом, конечно, в них жарко будет. Смысла нет. Абсолютно. Но на осень, на весну, я думаю, будет очень круто. Будет очень круто. И не замерзнете. Вот. И нога будет, как говорится, довольна, потому что с хорошим сцеплением, с комбинированным верхом. Вот. Как раз будет очень хорошо. Вот. Она что еще неплоха, она идет для человека на широкую ногу, судя по стельке и на протектором подошвы. Вот, она на широкую ногу со средним подъемом. Со средним подъемом. Вот, со средним подъемом она идет как бы на широкую ногу. Вот, модель хорошая, ценовая категория, но это бюджетная модель. Вот, она не очень дорогая. Стоит она в районе 4000, может быть чуть побольше, смотря где покупать, опять же. Вот, если ее покупать в фирменном магазине, то, конечно, она может и до 5, и до 6000 доходить. А так, в принципе, такая средняя ценовая категория где-то от 4000. Вот. В принципе, недорого. Бюджетный вариантик. Качественные обуви можно таскать в свое удовольствие. Тем более, все технологии соблюдены. Вот. И я думаю, человек не обломается, который, соответственно, их приобретет. Вот. Вот как-то вот так. Да. Спасибо вам, дорогие зрители, что смотрите меня. Спасибо, что кому-то нравится. Огромное спасибо, что проводите время на моем канале. Хоть у меня немного роликов, но ролики еще будут по-любому. Будет интересно, будут новые модели, разнообразные. Будет очень интересно. Модель у нас называется Nike Dual Fusion Heel Smith Later. Вот. Это значит у нас ботинки Nike. Ботинки Nike. Одна из моделей, вот, которая существует у компании Nike. Вот данная модель, которая у меня, она выпущена в 2018 году. Да, 2018 года. 2018 года ботинки. Очень классные, прикольные, интересные. И бюджетные, да, бюджетные. Но хорошие, качественные боты. Вот. Спасибо всем огромное, кто был со мной.
Ролики будут еще сниматься. Думаю, в дальнейшем будет еще что-нибудь интересное, прикольное. Вот. Спасибо всем. До новых встреч. Пока-пока. С вами был Серега. Приходите еще. Увидимся.